Привет, друзья. Посмотрел, камера снимает или нет. Итак, вечер. Сегодня я закончил работу вот этим ножом. Сталь SPM S10V, кованая. 110V, да, правильно. Кованая. ТО Денис Винхук, 64,5 твердость. Вот. Ну что ж, сразу скажу, после каната предыдущего видеоролика, сегодня я начал на работе резать, пытался продукцию, но на первых же минутах я понял, что из этого ничего хорошего не выйдет, потому что режущая кромка, ну, уже была затупленная, то есть просто было мыло. На этом было решено тест закончить. Вот, ну что ж, нож отработал в общей сложности 47 часов и плюс 310 резов каната 16-миллиметрового джутового. Вот. И, да, кстати, это тоже канат. Сейчас я хочу попробовать восстановить более-менее режущую кромку и попробовать еще раз порезать канат, потому что планирую завтра отправить нож уже владельцу для лучшего рассмотрения, ну, как он пускай делает выводы, смотрит, что случилось с режущей кромкой и так далее. Вот, хочу так сказать, я на работе попробовал, сделал по 5 проходов по пасте. Вот такой у меня там брусок с кожей. Там нанесена алмазная паста. Вот такая вот. Сейчас покажу. Вот такая вот паста. Паста алмазная 3.2. Да, 3.2. Маркировка, гритность, в общем, не знаю. В общем, паста алмазная. Нормального содержания алмазов. В общем, по 5 проходов я сделал. Это так, просто как для проформы. Но, тем не менее, еще часа, наверное, 2,5. Почти 3 я отработал еще просто на такой же самой просто направке на пасте. То есть хочу сказать, что остроту нож набрал. То есть для домашней кухни этой остроты, которая просто появилась через за 5 проходов по пасте, вполне чем достаточно. Вот сейчас я хочу попробовать восстановить не то что остроту, да, в остроту сколы там, которые появились еще изначально, они не уберутся, но тем не менее я попробую сейчас восстановить чуть-чуть остроту на керамическом усате Японии, потом на пасте и снова порезать канат, посмотреть, сколько я отрежу каната, насколько его хватит, кончится канат, либо быстрее сядет режущая кромка, я этого не знаю. Поэтому давайте не будем затягивать это мероприятие. Убираю табуретку. Итак, мусат. Давайте сделаем. Двадцать. Сделал по 10 проходов на сторону, если я не ошибаюсь. То есть режущая кромка восстановилась. Теперь пройдусь на пасте. У меня здесь тоже на этой коже нанесена паста алмазная гритностью 3.2. Ну что ж, давайте попробуем на бумажечке. Сразу говорю, на режущей кромке есть сколы, поэтому бумага будет втыкаться, но тем не менее вы видите, какую остроту набрал нож. Это 10 проходов на сторону, керамический усат и паста. Итак, давайте начнем. Итак, вот канат такой же самый,
Ну, давайте начнем. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Каната у меня 6 метров, но я не знаю, буду я их резать или нет. У меня может карты не хватить. 100. Продолжаем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. 200 я резал. Проверяю на бумаге. Тот участок, там где нет засветов, ну, в смысле сколов. Ну, давайте еще сделаю 100 резов, и на этом дело закончится. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 300 резов. Итак. Итак, итоги. 47 часов работы, два раза резались крылья, косточки в крыльях, 310 раз резал канат, восстановил 10 проходов на керамическом усате и на пасте. 300 раз отрезал канат, бумагу как режет, вы видели. То есть 110 я могу сказать, просто чумовая. Это просто что-то с чем-то. Это, конечно, я, честно говоря, я в легком таком каком-то подъемном настроении, потому что очень агрессивная железка, очень классно правится, очень хорошо режет. То есть вы сами все это увидели. Теперь хочу, как в качестве чуть-чуть небольшого этого отступления, впереди у меня будет нож вот такой вот SPM S125V, 62 твердость. Хочу продемонстрировать заточку. Заточку я просто переделывал режущую кромку, потому что она была чуть-чуть выщерблена. Точил 120-м алмазом, напильником Зубр, который был опилен. Сделан к нему бланк для китайского Апекса. Вот так вот режет после 120-го алмаза. Ну понятно, что тут надо еще на заточкой чуть-чуть поколдовать, еще часа два, чтобы вывести. А вот так она режет. Вот так режет 125-я, и вот так вот будет. Где он там у меня? А, вот он. REC 121. Это я вам, как говорится, в виде в качестве анонса. 67,5 твердость. ТО номер 2. Это нож мой.
Вот так он будет резать. То есть он будет так же само запущен в работу. Долгорез. Будем смотреть, какое будет поведение данной стали. Потому что твердость вы сами видите. 67,5 единиц. Ну что ж, спасибо большое всем за внимание. Но в любом случае, герой сегодняшнего видео — это вот этот нож с этой сталью. То есть это что-то с чем-то. Ну, вы сами видите о том, что никаких проблем. И еще можно работать и работать. А для домашней кухни это, я даже не знаю, когда ему надо будет править, потому что такой объем работы на домашней кухне все равно нет. И поэтому 110-й стали, его хватит очень-очень-очень надолго. Ну, сразу хочу сказать, этот нож, клинок не продается, он сделан, я не знаю, будут еще мастер его делать еще раз такой или нет. Пока клин этот в единственном экземпляре, кованая 110-я. Может быть, когда-нибудь еще что-то сделает, может быть, нет. А клин не продается отдельно, он будет сделан уже в нож, и нож будет продаваться. Но не знаю, когда это будет сделано, будет ли вообще. Но пока та информация, которая есть, я вам озвучил. Итак, всего доброго, спасибо всем большое за внимание. Вот герой нашего видео. Нож со сталью S110V, 64,5 твердость, ТО номер 2. Делал нож Денис Фролов, ник на Ганзе Янхук. Спасибо всем большое за внимание. Всех благ. Пока-пока.